Настойчивость – это тот свет, который ведет нас через темные времена. Я часто вспоминаю слова Томаса Эдисона, который говорил, что неудачи – это не конец, а всего лишь часть пути к успеху. Каждый раз, когда я сталкиваюсь с трудностями, я понимаю, что это не повод сдаваться, а возможность учиться и расти. Каждый неудачный опыт – это шаг ближе к цели. Мы все сталкиваемся с преградами, но именно в эти моменты мы должны помнить, что великие открытия приходят к тем, кто не боится упасть и подняться снова. Настойчивость – это не просто качество, это образ жизни. Каждый из нас способен на большее, если будет верить в себя и продолжать двигаться вперед, несмотря на все трудности. Успех ждет тех, кто не останавливается –